чай, поезд Москва-Чита. Это очень странно. Я бы, кстати, не сказала, что здесь как-то очень холодно. Вот так сразу. Но мне не в Читу, поэтому, слава богу, настоящего холода мне не отведать. Мы едем в Ярославль с Campy Heroes. Заходим, а тут vending machines. Это Сиван, представляете, это Сиван настоящий. Так, Сиван мне дал сверток. Понятые, пожалуйста. Спасибо. Итак, у нас с мистером Сиваном Джаном невероятный обед. Привет, аппетит. У нас салат, винегрет, без картофеля. Я его взяла случайно, а потом Сиван говорит, что он почему-то не ест картошку теперь. Последние 5 лет. Как? А как же наши марафоны? Разве не замечали, что я ее не ем, когда это картошку? Офигеть. Когда мы брали какие-то бургеры, картошку фри, я ее, ну, так просто символически. Две пачки. Вот это как раз по-нашему. У нас начался марафон, и мы опережаем как бы Энди с Тёмой. Мне кажется, это ошибка, это невозможно сделать. Тёму нельзя опередить ни в чём. Вместо медиатора у него там какие-то вот такие орешки у нас. Наслаждаешься? Да, что нас ждет? Что нас ждет при выходе? Нам нужно куда-то положить эти замечательные йоркширские пакетики. И что ты придумал, Сиван? Пожалуйста. Емкость. Кладите. Минуточку. А не получается. Один. Вот. Пойду оплачу. Пожалуйста, постный пирожок с вишней. Что может быть лучше? Каскадная заварка для изысканных торжеств. Господи, это мемы. Сиван решил есть чай с чесноком. Понимаете, гренки не заканчиваются. Нельзя это снимать. Это шок эмоциональный. Чесночные гренки с чаем. Тем временем за окном. Тем временем? Ты туда смотри. Не сюда. Сейчас я подзвучу. Он эти частоты хорошо записывает. Да. Вторая часть. Да, вторая часть. Представляем вашему вниманию. Умывальник. Если вы не знаете, как это приделать, то вам нужно будет где-то взять в рюкзаке мультитул, обязательно с пассатижами, с отвертками. И либо гвоздь, либо саморез. Чтобы... Только не сюда, пожалуйста. И вода, конечно. На самом деле, вы бы знали, как он. Он такой умывальник. А вот и Лондон Ай. Сиван так далеко. Добрый день. Добрый день. Да, мы едем. Скоро мы встретимся с половиной великой группы. Time for horses. Вот мы и приехали. Вот какой закатище, а! Озеро чудное, вот водоем там, не знаю. Думаешь, сейчас он там есть? Присутствует? Да, он присутствует, только в другой... В форме. Да, в агрегатном состоянии. В другом состоянии, да. Yep. Совершенно верно. Вниз, да? Welcome, говорит. Welcome, говорит. Добро пожаловать. Canada Bar. Мы обычно так и делаем. Из Англии в Канаду обычно едут. С детьми не входить. Извините. Здрасте, приехали. Как здесь хорошо. Сейчас мы увидим их. Так? Я правильно сказала вообще? Здрасте! Здрасте! Привет!
Так происходит легендарный саундчек великой группы A Time for Heroes. Неужели это происходит? Тём, ты хотел быть в моем влоге? Да, я мечтал. Я весь год мечтал попасть в этот влог. Наконец-то я в нем. Но пока еще нет, может быть, меня вырежут, ведь я, может быть, не так хорош. Ну вот гитара заслуживает попасть в влог, точно. Смотрите, она хороша. Что можешь о ней сказать прямо сейчас? Я ее продаю 240 тысяч, пожалуйста. Продаешь? Да. Именно сейчас специальное предложение, да. Специальное предложение за 225. Мне кажется, вот этот парень берет. Медведь? Да. У него уже и так весло одно есть в руке. Действительно. Или это не весло? Это весло. Добрый день. Алло. Привет. Там есть звук, и прекрасный звук. Лучший звук за год почти. Мои ребята! Ну что, легендарная группа готова играть? Энди не помнит аккорды. Я слова. Да, ты слова. А Тёма? Я все знаю. А Тёма ритм не помнит. Я все помню, все знаю. Так, смотрите, вот. А Эричка? Эричка все помнит. Эричка будет делать вид, что все помнит. У Эрички не было ни секунды, чтобы вспомнить вообще. Конечно. Слушай, а как мы причем здесь? Хорошая? Или не очень? Тём, ну вот на камере все идеально. Tell you where you wanna be. You could be in my lap. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Fill your cup. You know my river on a weapon, and it's what we still appreciate. You could be my luck. Even in the hurricane of flames, I know that we'll be safe and sound. Safe and sound. Спасибо большое. Блин, я забыл поздравить бабулю еще. Она тоже смотрит. Да. Поздравляем бабуля. I got the eye of the sun. Dancing through the fire. Cause I am the shade. And you're gonna hear me roar. Love, louder than a lion. Cause I am the shade. And you're gonna hear me roar. Look for my side of you. Look for my side of you. И еще раз надо. I'm not shy, right? I'm a shy. Look for my side of you. Look for my side of you. The whiskey and the charm. Спасибо. Что, друзья, это же гениальный вот этот концерт прошел, да? Правильно я понимаю? Лимончелло. Поднимаем. Какая, по их мнению, песня прозвучала лучше всего сегодня? Price tag. Icy Fire, Price tag. Price tag. А что-нибудь, что ты спел, понравилось? Safe and Sound. Safe and Sound, клево. Сегодня почему-то All the Small Things был очень чисто сыгран. Да, да, да. Очень четко все там было. Удивительно, как так возможно? Мы же вообще... Ну, не играли 10 месяцев. А почему вот так слаженно все равно? I'm Dry, кстати, был хороший. I'm Dry, да, хороший.
А в песне, как она называется, Lights, there is a light that never goes out. Ребята мне говорят тональность, и я играю в эту тональность, а потом оказалось, что это не тональность, а это первый аккорд, это вторая ступень была. А я играла вообще не там. Я еще с такой уверенностью нажимаю. Протокола, я вообще ничего не говорю. А, начинается. А я в этой песне не вступил, потому что не услышал первый чёс. И я подумал... И вот этот вот. Это какая песня? Вот эта вот песня. The Smiths? Да, да. И он раз, два, три, он там, та-да. И я такой, я не успел реально. Я блин. Прослушал первый удар, и вы сыграли немножко, и потом снова начали. Вот так. Бывает же. Вот невнимательность. Я забыла, что начинается с этой штуки, эта песня. Вот с этого. Бам-бам-ба-ба-ба-ра-ба-ра. Вот, они сразу с этой классной проходкой. А, вот и я еще такая, блин, да у меня такая партия крутая, а я, кажется, играю не в тот анализ. Да, я вообще расстроился, вы же там так здорово басом. Тогда. А я пытаюсь услышать, я думаю, может быть, ты тихо играешь, а я смотрю, ты что-то нажимаешь. А думаю, чего же ты нажимаешь-то? В этот момент я пыталась понять, подожди, в какой-то... Я смотрю вам на руки, и я не могу почему-то понять. Ну, короче, просто ступор. А потом я поняла. Я смотрел на эти руки и не мог понять. А как вообще новый звук клавиш? Как? Были моменты, когда мне прям хотелось услышать клавиши. Были моменты, когда просто хотелось вот закрыть крышку, так хлопнуть. Что же это такое? Что не тесно. Ну да, а почему ты спрашиваешь? А тебе как? Не, ну вот мне где-то нравилось, да, где-то тоже там хотелось там услышать. Например, там песня, особенно где я начинаю, с клавиш. Какая была песня? Фредди Меркьюри. Или еще это Somewhere Only We Know. Там же прям клавиши это играет. Прям клавиш. Мне понравилось больше. Но она все равно очень хорошо. Ну ладно. То есть все здорово, и можем отключаться, верно? Да, нам кажется, уже пора всем. Пора всем отключаться. Да, да. Ладно, спасибо вам большое за то, что... Я даже не знаю, что сказать. До свидания. Пока. Пока. So